Футбольный клуб «Атлетико» в полуфинале Лиги чемпионов обыграл со счетом 3-1 лондонский «Челси» и вышел в финал, где встретится с «Реалом». Таким образом, решающий матч европейского турнира станет мадридским дерби. «Реал» поборется за свой 10-й трофей Лиги чемпионов. Для «Атлетико» же финал в Лиссабоне, который состоится 24 мая, может принести первую победу в этом турнире. До сих пор многие говорили о том, что лишь «Реал» и «Барселона» являются единственными испанскими командами, способными играть на самом высоком уровне в Европе. Это достижение как для Испании, так и для Мадрида. Многие считали, что Ла Лига слаба, и в ней соперничали лишь два клуба. Но оказалось, что есть еще и третий, выступающий на высшем уровне. «Атлетико», который выиграл Лигу Европы в 2010 и 2012 году, улучшил свою статистику в матчах против «Реала». Напомним, в прошлом Кубке Короля матрасники обыграли «Галактикос» на их родном Сантьяго Бернабеу со счетом 1-2. Если «Атлетико» все же сможет помешать своим землякам заполучить 10-й титул чемпиона Европы, то это будет феерией для фанатов и самым большим достижением клуба.